Добрый день! Магазин «Звездочет» представляет вашему вниманию линейку аксессуаров для ухода за оптикой. Эти аксессуары включают в себя груши для сдувания пыли, чистящие карандаши и салфетки. В нашем магазине большая часть продукции представлена под торговой маркой «Lenspen». Компания «Lenspen» выпускает различные средства для чистки оптики. Астрономам-любителям весьма полезны будут следующие. Например, груша. Это универсальное средство для сдувания пыли с зеркал, которые, например, нельзя чистить прямым механическим воздействием. Сдувание пыли из таких труднодоступных мест, как диагональные зеркала, внутренние части окуляров. Внешние оптические поверхности, такие как линзы телескопов, рефракторов или же окуляров, можно очищать с помощью чистящих карандашей. Компания Lenspen представляет достаточно широкий выбор таких карандашей. Самый известный – обычный стандартный карандаш Lenspen. Карандаш Lenspen имеет два чистящих элемента. С одной стороны, это мягкая волосяная кисточка. С другой стороны, это пропитанная особым составом мягкая замшевая подушечка. Карандаши компании Lenspen могут применяться для чистки разных оптических аксессуаров. Например, карандаш для чистки светофильтров. Он так и называется – фильтр Clear. Обычные карандаши еще имеют разные размеры чистящих подушечек. Например, диаметр чистящей подушки у обычного карандаша Lenspen составляет 13 мм. Диаметр чистящей подушечки у карандаша Lenspen Micro Pro составляет 4 мм. Такой карандаш будет удобен для чистки каких-то маленьких оптических элементов. Это может быть окуляр с маленькой глазной линзой, либо же это может быть телефон или планшет, где необходимо почистить камеру. Помимо груш и карандашей, имеются еще салфетки для чистки оптики. Вот, кстати, в одной руке у меня находится салфетка производства Baader Planetarium. Салфетки выполнены из микрофибры и великолепно удаляют жировые пятна и прочую грязь с оптических поверхностей. Ну, разумеется, мы не рекомендуем чистить салфетками зеркала, это потому что особая технология очистки зеркал, но линзы объективов или окуляров вы можете этими салфетками чистить совершенно спокойно, не боясь повредить каким-либо образом просветляющее покрытие на этих линзах.